Здравствуйте, дорогие друзья! Спешу поделиться с вами офигенным лайфхаком. Сережа Макаров меня этому научил. Если вы хотите, чтобы ваше лобовое стекло долго оставалось безупречным, новеньким, чтобы дворники не изнашивались, чтобы было все хорошо видно, каждый раз, когда вы подходите к автомобилю, делайте вот такое простое движение. Видите, там сколько песка накопилось за дворниками, особенно в городе. Вот так вот поднимите и стряхните вот эту кучу песка, чтобы она вылетела. Потому что, когда вы начнете работать дворниками и пшикать водой, первые несколько минут дворник у вас будет ходить вот с этой наждачкой, вот с этим песком, да, вот вы видите, надеюсь, да? Вот это все слой абразива, слой наждачки. И пока он оттуда с водой выйдет, вы сделаете несколько мотовочных движений по стеклу. Достаточно вот так вот сделать. Достаточно просто поднять, все упадет. Машина сейчас стоит долго, там, допустим, неделю. А так на следующий день у вас, если в городе машина, то там уже такая буртик песка будет. Поэтому, если так будете делать, стеклышко у вас будет в полном порядке. Подошли к машинке, дворничек подняли, песочек сыпался. Второй дворничек подняли, песочек сыпался. То же самое с задним дворничком. И будет у вас стеклышко безупречно.